Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки с маркетплейсов. Итак, поехали. Покупочка Озон, это наполнитель Кэтстеп. Вы знаете, последний раз брала, забыла какой, как-то он называется. В общем, посмотрела, что-то он не так у меня долго держит запах. 2 недели уже от лотка может пахнуть. Кэтстеп у меня всегда 3-4 недели стабильно держит, поэтому нашла самый дешевый на Озон. Взяла вот такой 3,8 литра, хочу сравнить, обновить впечатление. Вот такой вот с лавандой. И сейчас будем открывать. Удобный, кстати, пакетик, удобно было нести. Вообще я люблю большими форматами брать, но... Я хочу понять, действительно, стоит или не стоит, потому что Кэтстеп, он все-таки на порядок дороже других силикогелевых наполнителей. Надо проверить сначала. Важный момент, на который всегда, абсолютно всегда обращаю внимание, это чтобы гранулы были не круглыми, потому что если они круглые, то он, когда закапывать начинает, они катаются по всему дому. Их потом очень тяжело собрать. А так у него несколько камешков возле лотка лежат, как бы, и все. Не проблема, пылесос робот ездит часто, он их уберет. Вот, поэтому для меня этот важный момент, чтобы они были не круглыми. Ну, буду смотреть. Если увидите в покупках еще Кэтстеп, значит, все-таки я не ошиблась, и он лучше всего удерживает в лотке запах. Потому что силикогелевый наполнитель, это в любом случае выгодно, это гораздо выгоднее, чем любые другие, и блокирует запах, конечно, они лучше, чем любые другие. Покупочки Wildberries, и здесь у меня, девчонки, красота! Это бижутерия из медицинского, кстати, сплава, все как я люблю, потому что вы прекрасно знаете, я обычно бижутерию не ношу, у меня чешутся уши, а медицинский сплав любой организм воспринимает просто потрясающе, очень бюджетные, девчонки, просто вот практически даром, поэтому давайте скорее открывать. Это бренд Слава Алло, я у них, кстати, в магазине залипла прямо вот на 2 суток, потому что такой огромный ассортимент бижутерии и серьги, и браслеты, и цепочки, и подвесочки, и колечки на любой вкус и цвет, с камешками, без камешков, в общем, залипла конкретно. Что у меня здесь? Сейчас будем с вами по порядку открывать. У меня 4 позиции, 2 из которых я взяла на подарок Ксюшке. Еще хочу отметить. Ну, во-первых, невероятно презентабельные коробочки. То есть кому-то на подарок с такой коробочкой прийти, ну, будет точно не стыдно. Во-вторых, смотрите, здесь в каждой коробочке подарок. Это здорово. И вот такие вот бумажки. Осторожно, вы теперь прекраснее. Ну, не прелесть вообще. Прям настроение сразу поднимается. Так, сейчас я эти бумажки все достану. Еще хочу сразу отметить. Ну, конечно, это то, что это медицинский сплав. То есть бижутерия не потемнеет со временем, не изменит свой внешний вид абсолютно никак. От сережек уши болеть не будут, то есть в химические реакции никакие не вступает. В общем, это нереально круто. И здесь золочение в 3 слоя, 585-я проба, 18 карат. Это вообще круто, просто круто. Давайте начнем с сережек. И тут, кстати, в сережках вот такая вот красивая резиночка розовая. Мне понравились именно такие, мне захотелось чего-то необычного. Девчонки, здесь камешек фианит. Фианит. Смотрите, какая красота. Очень оригинально. У них, кстати, очень много оригинальных сережек. Прям вот таких вот интересных и классных. Смотрите, я вам сейчас все еще покажу поближе, как они переливаются, как они блестят. От золота вообще не отличить. За что я люблю медицинский сплав? Я его, кстати, люблю гораздо больше, чем золото. Вот реально. Почему? Смотрите, как переливается. Почему? Потому что он мне больше нравится, потому что стоит копейки, а выглядит как золото и никогда не потемнеет. Вот абсолютно никогда. Смотрите, как здорово фианитики блестят с камушками. Застежка очень надежная, очень крепенькая. Прям, ну, булавочка, да? Я вам обязательно покажу на себе. И едем дальше. Это у меня подарок для Ксюшки. Я купила ей цепочку. Тут у нас вот такая вот зелененькая резиночка. Цепочки с очень интересным дизайном тоже в магазине. Вот прям очень интересное плетение. Можно подобрать на любой вкус и цвет. Я выбрала, смотрите, какое красивое плетение. Так, длина у нас, по-моему, с вами стандартная. 50 сантиметров. Смотрите, как тоже переливается. Абсолютно не отличить от золота. Вот такая вот надежная. Ну, вот у меня золотое кольцо, да? Вы видите отличие? Нет, не увидите. Вот такая хорошенькая застежечка тоже. Очень надежная. Так. Сейчас вот так в коробочку положу, чтобы вам поближе показать, чтобы не бликовало от других изделий. Смотрите, как блестит. Просто нереально. На цепочке у нас с вами 50 сантиметров, ширина цепочки 4 миллиметра. На любую ширину, на любое плетение практически можно найти в магазине у Слава Алло. И к цепочке я взяла вот такой красивый кулончик. Посмотрите, какая прелесть. Все абсолютно тоже гипоаллергенное, не темнеет, не окисляется. Поэтому деткам своим вполне
Берите, не бойтесь. Я медицинское золото ношу уже много-много лет. Раньше оно прям стоило дорого, его можно было не найти. А здесь целый магазин, почему я и залипла, медицинского золота. А я его очень-очень люблю, девочки. Смотрите, как блестит, круто переливается. Вот такая вот птичка, колибри, да? Колибри, вот такие вот цветочки, камешки. Все блестит очень-очень красиво. Сейчас мы на Ксюшке все это дело тоже оденем, обязательно посмотрим. Так, дальше у нас с вами браслетик. Здесь такая черная резиночка уже в подарок. Резинки, кстати, у нас закончились. Вот прям подарок очень актуальный. Спасибо продавцу. Тоже с интересным плетением. Это мне. Смотрите, вот такой браслетик. Вот такое вот интересное плетение. Тоже хорошая застежечка. Я такие прям люблю. Сейчас там тоже в коробочку положу. Покажу поближе. Покажу, конечно, потом на руке. Красота какая. Плюс в том, что у всех ювелирных изделий родиевое покрытие, которое защищает его от царапин и изменения цвета со временем. И благодаря вот этой вот тоненькой пленочке никаких аллергических реакций на металл нет, и никаких царапин, ну, там что, вот колечки, браслетики могут поцарапаться, уже изменить какой-то вид, нет. Вот благодаря этому родиевому покрытию все остается в первозданном виде, блестит, сверкает, красота. Вот, одели Ксюшке цепочку, очень красиво, с кулончиком, и она такого интересного плетения, прям здорово смотрится. Тебе нравится? Да. А блестит-то как? Вообще красота. Переливается. Ну-ка, спинкой повернись, покажу замочек еще получше. Вот, замочек, все как бы отличненько, все замечательно. Красота. Прелесть вообще. Я себе такой еще закажу, наверное. Ну, очень красиво. Дама теперь все, дама. Дама выросла. И вот браслетик у меня на руке. Ну, очень красиво тоже. И прям... Прям по размерчику. Прям по размерчику очень здорово. У меня достаточно, кстати, широкое запястье, поэтому не волнуйтесь. Мне вот по размерчику, прям сейчас жарко, он не скользит. А так он и скользит немножко. Прям красиво. Красиво, необычно. Мы, кстати, одели крестик, потому что у меня дети без крестика не ходят, а две цепочки не надо. Крестик у Ксюшки золотой, поэтому смотрится вообще очень здорово. Кстати, прям вот от повседневных нарядов до вечерних на любое мероприятие вообще просто великолепно. Камушки переливаются, блестят, а при искусственном свете, да, еще сильнее. Прям красота нереальная. Все, дамочка? Да. Вот сережки, смотрите, какая красота. Причем вот они так интересно одеваются, и вообще сами все так интересные, то есть у них замочек, он получается внизу. Очень красиво, мне безумно нравится. И оригинально, не как у всех. И кристаллики так сияют еще красиво. Прям когда свет попадает, смотрите, как здорово. Ну, очень классно. Я прям довольна. Я довольна всеми покупками, поэтому могу смело вам рекомендовать. Ссылочки, конечно же, оставлю в описании. Покупочки Валберес. И здесь у меня очень классная зубная паста с дозатором. Я последнее время только такие уважаю, на самом деле, потому что мега удобно. И одноразовые носки, 4 штуки. Открываем. Вот так все это дело выглядит в упаковочке. Вот паста, она, кстати, зафольгирована вообще. Достаточно бюджетный вариант, но отзывы прям хорошие. На русском языке, я так понимаю, здесь у нас ничего с вами нет. Это что у нас, Китай или Корея? Ну, мы не поймем. Будем пробовать открывать и смотреть внутри, да? И вот такие вот носочки одноразовые. Тоже очень крутая задумка, смотрите. Тоже по-русски ничего нету, поэтому вскрываем. По пасте, да, это Китай, это натуральная паста. Она у нас идет с вами 6+, что тоже очень приятно, Ксюшка будет ей пользоваться. Это мята и лотос. Еще она вот такая с блестюшками. Я, кстати, сейчас попробовала. А, вот здесь дозатор был перекрыт, я эту штучку сняла. Очень-очень приятная паста. Очень приятная, прям мне понравилась. Она у нас с вами с лечебным эффектом идет. Здесь в составе много интересных компонентов. То есть она лечит десна, помимо всего прочего, нормализует микрофлору нашу с вами в ротовой полости и сохраняет зубы чистенькими на сутки. Так что мне идея понравилась, мне вкус понравился, я открыла, понюхала. У продавца, кстати, еще есть освежающий персик, у них две таких вот пасты, я выбрала пока мяту и лотос. Очень вкуснючий, очень удобный, красивый флакончик, прям вообще здорово. Так, теперь носки. Я не знаю, почему было написано, что это одноразовые носки, они вообще позиционируются как носки для путешествий. То есть вы в индивидуальной упаковке поехали куда-то, вот так взяли, китайцы, они вообще молодцы. Они на выдумку гораздо, я прям обожаю их идеи. Взяли в индивидуальной упаковочке 4 пары носок и все, и путешествуйте себе, пожалуйста. Не стирайте, а поносили и выкинули, поносили и выкинули. Это натуральные хлопковые носочки. Очень-очень, кстати, приятные на ощупь, тактильно.
Вот такие хорошенькие. Резинка не тугая, размерный ряд 36-41. То есть они вот такие вот универсальные тянутся. Вот такие оранжевые. То есть под любой прикид, вот под кроссы, такие носочки очень хорошо сделаны. Прям качественно, мне нравится. Так, черненькие, все то же самое. И вот такие вот серенькие. Очень класснючие носочки, достаточно высокие. Это прям вот под кроссы, не под тапочки, а именно под кроссовки. А, удобный очень вариант, вот именно для путешествий, конечно, да и вообще в повседневной жизни. Вот в таких упаковочках тоже очень удобно. Покупочка Яндекс.Маркет, девочки. У меня тут целый арсенал тампонов. А, именно на Яндекс.Маркете очень часто на тампокс бывают акции. Это 16 штук в коробке, плюс супер плюс. Одинаковые абсолютно взяла. Три штуки, потому что в запасы, скорее всего, еще возьму три, потому что слово «паразит» у меня сегодня. Работает промокод. Я девочкам всегда в Телеграм такие вещи скидываю сразу моментально. На момент выхода видео не могу обещать, будет он работать еще или нет. Если что, перейдете в карточку товара, и там прям под названием, если промокод еще работает, он будет прописан. Там гигиена 20, ну, в общем, 20%. По 378 рублей вышла пачка. Или 369 даже, наверное, рублей вышла пачка, да. 260, вот вру, стою. 260 рублей пачка, 16 штук. Это очень-очень дешево. Дешевле не было, мне кажется, последние 3 года точно. Поэтому, конечно, взяла в запас. И пока промокод еще действует, наверное, еще 3 штучки беру в запас, потому что я пользуюсь ими всегда. Расход есть, и надо как бы грамотно подходить к тратам. Зачем переплачивать, когда можно заказать гораздо дешевле. Покупочка Озона. Здесь у меня целых 3 пачки любимого кофе Жардин. Была акция 3 по цене 2. За копейки вообще, за 200 с небольшим рублей выходила пачка 150 грамм. Я больше все-таки поняла для себя, что люблю пятерка. Четверка более мягкая. Этот терпкий, но без горчинки, без кислинки, очень здорово бодрит. Я его обожаю. Другой никакой кофе и даже не хочу рассматривать, потому что адекватная цена, потому что он вкусный, функции свои выполняет. В целом бодрит, веселит и так далее. В общем, за 150 грамм очень дешево. Ссылку оставлю. Так, смотрите, работает акция или нет. Три, когда в корзину кладешь, то срабатывает акция, и они выходят по цене 2. Ну и на этом все, мои хорошие, все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на эту красоту. Всех люблю, целую, всем пока-пока.